солнышко, мы тебя уже любим. Твой ребенок тебя услышал, девочка, и улыбнулся тебе. Голос единственный и неповторимый, пожалуй, первый и последнее, что человек слышит в своей жизни. С него все и начинается. Недаром ведь вначале было слово. Рабочий инструмент, манипулятор, источник вдохновения, природные лекари. Для героев нашего специального репортажа голос – нечто большее, чем просто звукоизвлечение. Сегодня мы заглянем по ту сторону голоса и попытаемся раскрыть некоторые его резервы. Вопреки всеобщему мнению, звучание голоса от связок зависит в меньшей степени. Зато как и что мы говорим, стоит сказать спасибо в первую очередь головному мозгу, а также форме черепа, носа и даже осанки. Чему обязана своим голосом диджей радио Могилев Наталья Глушкова, загадка даже для нее самой. Но именно с ее «Доброе утро» в Могилевской области начинается каждый новый день. Правда, своих домашних Наталья будет не так радийно, четко разделяя свой инструмент на бытовой и профессиональный. Когда ты работаешь в эфире, технически работают немного другие части твоего речевого аппарата, а когда в жизни говоришь, я, например, вот работая несколько дней подряд, к пятнице, я уже начинаю слегка сипеть, выдавать какие-то ноты, которые мне не свойственны. А в эфире немножко аккумулируешься, и больше физических сил затрачивается на то, чтобы голос звучал ровно, красиво. Нас слушатели не видят, но когда работаешь в эфире, и руками приходится помахать, потому что, чтобы выразить эмоции, чтобы слушатели почувствовали, что именно это ты хотел отобразить. Коллегу Натальи Михаила Воробьева слушатели тоже любят ушами за приятный баритон, хотя в бытность программы «Розыгрыш» от бархатного голоса Михаила досталось многим. Набираем телефонный номер, и я окажу приклон таким вот голосом. Алло, сыночек! Приедь ко мне, пожалуйста, и поставь мне бесплатно спутниковую тарелку, чтобы посмотреть парад ко Дню Победы. И что, сыночек, что говорил? Ну, бесплатно, не бесплатно. Я домовлялся, что приедем, поставим. Тарелки – это цветочки. Впрочем, возмездие за такие шалости Михаила ни разу не настигало. Идентифицировать человека по голосу довольно сложно, но мы предложили зрителям такой эксперимент. Идет звук? Джанет. Скорее всего, кареглазый, либо голубоглазый. Мужчина лет от 35 до 40. Высокий. Телосложение будет крепкое, наверное. Волосы темные. Ну, по голосу лет так 25, наверное. Синие шорты, оранжевая рубашка и рыжий цвет волос. Примерно лет под 50. Немножко седина вот здесь по бокам. Темноволосый, загорелый, карие глаза. Ну, что еще сказать? Высокий. Похож, наверное, на какого-нибудь актера. Да, да. Теперь давайте посмотрим, как этот человек выглядит на самом деле. Вот он. Его зовут Михаил Воробьев. Ничего себе. Он работает на радио Могилев. Вот вам и доказательство силы воздействия на собеседника. Между тем, низкие голоса, грудные голоса уважают не зря, ведь формируются они благодаря повышенному содержанию мужских гормонов в крови. Соответственно, люди, обладатели этого голоса, более темпераментны. Так получается, что обладатели высоких, тонких голосов лишены от природы такого вот вотума доверия. Оказывается, и да, и нет. Изменить свое звучание возможно. Вам в помощь многочисленные курсы и тренинги. В большинстве своем те, кто приходит, говорят, что я хочу расстаться со страхом, потому что, когда я начинаю разговаривать даже просто с одним незнакомым человеком, страх сковывает меня, и я не могу промолвить ни одного слова. С такой проблемой была молодая женщина, которая сказала о том, что я работаю 10 лет в бухгалтерии, я работаю только с цифрами, но мне так хочется сделать какую-то карьеру, и после окончания курсов она стала главным бухгалтером. Такие чудеса не редкость, равно как и обратные ситуации, когда от страха в прямом смысле слова подать голос, вы можете упустить всю ту же долгожданную возможность получить работу. Тут промолчали, там отсиделись, но, как говорится, без паники. И с этой ситуацией возможно справиться. Есть такие техники НЛП, как диссоциация. То есть вы можете посмотреть на себя со стороны, выйти из себя и посмотреть, как вы будете заходить, допустим, в ту же дверь. Со своим голосом можно работать. Есть потрясающая техника джибериш, когда не произносятся нормальные слова, а просто там что-то вот такое. Вот если каждый день тренировать свой голос, давать ему низкие тона, высокие тона, все равно можно научиться. И дикции можно научиться, и школы же различные есть. Илья Беляков со
своим голосом договорился еще будучи подростком. В мир музыки его привел уникальный по своей природе контртенор. Самый высокий мужской голос. Таких, как Илья, в мире единицы. Это фальцетное звучание. Оно достигается смыканием только лишь краев голосовых складок. Обычно у детей, да, фальцетное звучание. Но тут, учитывая, что дыхательная система у него уже развита, как у взрослого человека, достигается вот это вот высокий голос в сочетании с таким мощным звуком. Поэтому это очень красиво и редко, и нужно продолжать заниматься, будет достигшь, я думаю, очень многого, потому что, во-первых, и внешне он красивый, и поет хорошо. И красив, и поет, да только взяться за Илью ни один музыкальный педагог пока не может, ни формат. Я хотел поступать на вокальное отделение, но дело в том, что в нашей республике нет профессоров, которые занимаются такими голосами. И поэтому мне придется поступать на хоровое дирижирование и просто буду продолжать работу. Как бы то ни было, но свой дар Илья не променял бы на обычный голос, ведь без своего редкого контртенора он бы уже не был собой. Вот вам интересный факт. Голос обычного, довольно талантливого певца звучит в диапазоне 80 дБ. Голос оперного певца достигает диапазона 120 дБ. Сверхзвуковой самолет «Конкорд» при отрыве от взлетной полосы производит шум в 130 дБ. «Конкорда» мы, к сожалению, не нашли, зато классический вокал Елены Материнко, пожалуйста. Программа зашкаливает. 90 и не децибелом больше. Бытовой шумомер на такие голоса не рассчитан. Так и хочется спросить, в чем сила, брат? Неужто в громкости? Я думаю, что самая главная особенность голоса – это тембральная и трогает голос или нет. Многие певцы, допустим, тот же Лемишев, особо и учиться не нужно было, уже готовый исполнитель. Но это индивидуально. А кто-то кропотливым трудом, вот таким же, как и я, чего-то определенного достигает. Голос, инструменты, внимание требует повышенного. Перед каждым выходом на сцену у Елены вокальная диета. Здесь я пою сольно, не один номер, а целый концерт. Поэтому заранее я берегу его где-то за месяц, за неделю точно. Для меня самая главная особенность – это неделя молчания. И, естественно, в день концерта я вообще молчу. Зато, когда запоет артистка, так на всю околицу слыхать, распеваются ведь чаще всего дома, на радость соседям. Я пою в душе, я пою, когда убираю квартиру, я могу петь и на даче, но бывает это такой, как бы, я пою внутри себя, а бывает и во весь голос. Особенно, когда нужно распеться, самое замечательное помещение для вокалистов, если нету помещения, где распеться, это вот уборная. Я жила на 4-м этаже, а сестра с колясочкой прогуливалась по улице, говорит, возле дома, говорит, очень слышно, как ты распеваешься. Нередко пересматривая семейное видео, вы восклицаете, какой же у меня противный голос. А происходит все это потому, что окружающие слышат нас не так, как мы говорим. Ведь голос, который проходит по телу, когда мы разговариваем, ниже, чем звук, который передается по воздуху. Существует гипотеза, человек способен игнорировать гневную речь, не обращенную к нему. Но подтверждений у нее нет. Анализ зон мозга показал, что человек реагирует на сердитые реплики в любом случае. Никакие усилия воли не могут заставить мозг не воспринимать эти звуки. Так природа позаботилась о нас, обеспечив защитным механизмом, который приводит человека в боевую готовность на случай угрозы. И если гневную реплику мы заметим сразу, то обладателя гипнотического голоса идентифицируем едва ли. Некоторые медики всерьез полагают, что диапазон голоса людей, наделенных такой способностью убеждать, совпадает с диапазоном частот, которые мы слышим в материнской утробе. Поймав эту волну, наш мозг безоговорочно доверяет говорящему, как родной матери. Низкий тембр, спокойная речь. Да? Не завышение к концу фразы интонации будет способствовать тому, что вы будете выглядеть просто убедительно. Согласно исследованиям некоторых психотерапевтов и гомеопатов, наше горло олицетворяет собой способность высказаться, выразить свои мысли и эмоции, постоять за себя. И в том случае, если вы сдерживаете свои эмоции и не даете себе высказаться, впоследствии вы можете обнаружить у себя ангину, ларингит, либо прочие заболевания. Ученые считают, что именно таким образом организм реагирует на невысказанное. И это касается всех и артистов, и трактористов. Бухгалтеры перед Новым годом, они идут косяком, у них пропадает голос. Наш герой Андрей вот уже 20 лет как лечит не голос, а голосом. Правда, врачует он только себя. Живи в очах шурататам, татви прасови паньяво, джагривам гамдатса мингате, вишнур яд парамам падам. С точки зрения вед, звук
Он считается самым главным из всех вибраций, которые есть, даже более сильный, чем свет. Произносить мантры сами по себе очень благоприятно. Что происходит? Улучшается, во-первых, эмоциональное состояние. Если принять, как бы, что счастье человека, можно сказать, это временное прекращение страданий, вот, и повторение мантры, они прекращают эти страдания, скажем так. Ученые даже выделили относительно новую отрасль научного знания – вокалотерапию. Ее приверженцы уверены, что звуком, в частности, пением, можно лечить и даже приводят живые примеры. В Липецкой школе уроки пения практикуют как профилактику простудных заболеваний. Педагоги заметили, что те дети, которые исправно посещают занятия по вокалу, реже болеют. Мистики, впрочем, никакой, дабы хорошо петь, нужно правильно дышать. Да и радость от пения повышает настроение, а заодно и иммунитет укрепляет. Но подумайте, быть может, ваши родные любят вас и за ваш природный высокий недиректорский голос, который не спутаешь ни с чьим другим, ибо именно он делает вас собой.